Машина сейчас стоит. Значит, сегодня примерно 15:20 поступил звонок от граждан, которые были обеспокоены хаотичными передвижениями автомашины Hyundai по данной улице. Вот, с целью проверки состояния водителя был отправлен сюда экипаж, находившийся в этом районе. По приезду была обнаружена, остановлена эта девушка, которая там сейчас находится за рулем. Рядом с ней был пассажир. Они находились, предположительно, в наркотическом опьянении. Пассажир, скорее всего, с передозировкой, потому что скорая была на место вызвана, скорая забрала. Значит, в ходе визуального осмотра автомашины были обнаружены, скажем так, курительные смеси, похожие на смесь марихуаны или еще что-то. Вот, после чего были вызваны сотрудники госнаркоконтроля. Вы что-нибудь употребляли? Да. А что, скажите? Молодой человек, я с вами разговариваю. Как? Сотрудник заводский, да? Порылые люди. 16, откуда я знаю? Я рвал. Очень серьезно. В котором оборудован объект сечных работ, который находил в захвате на средства заводским веществом, который тут он находил внутри. Данные сечных работ с ними собственным веществом был где-то. Нет, он на полу лежал. Вот тут вот лежал. Да, на проезжей части, вот тут прямо на коленях стоит. Не снимайте эту коробку. Он из этой водитель говорил, чтобы она встала. Под текстом сказать. Все. Да. Слышишь, у нас какая